40 водителей из 100 нарушают правила перевозки детей. Госавтоинспекторы провели очередной рейд вблизи школ и детских садов в Петропавловске. По итогам мероприятия выяснилось, что малыши и младшие школьники обычно сидят в машинах не пристегнутые, как на задних сиденьях, так и рядом с водителями. Прячутся за спинкой кресла или на полу в салоне, или стоят, выглядывая между спинок передних кресел. Дети восприняли эту проверку как игру, в отличие от взрослых. Штраф за такое правонарушение составляет 3000 рублей. Отметим, что в этом году большинство пострадавших в ДТП детей, которые младше 16 лет, это пассажиры автомобилей. С начала года на Камчатке пресекли около 1500 нарушений правил перевозки детей. Госавтоинспекция напоминает, что даже на время самой короткой поездки пассажира младше 7 лет нужно пристегнуть с помощью детских удерживающих механизмов и призывает всех водителей ответственно относиться к правилам дорожного движения, ведь от этого зависят судьбы их пассажиров. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.